Румынский сенатор Диана Шашоака встретила приехавшего в Бухарест президента Украины Владимира Зеленского требованием уважать румынское меньшинство на Украине и вернуть исконно румынские территории. «Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором о румынском меньшинстве на Украине? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии. Уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине. Верните наши территории. Уважайте румын и их язык», — обратилась Шашоака к украинской делегации во главе с Зеленским. Сенатор призвала население Румынии выразить протест против приезда Зеленского, поскольку все европейские лидеры шарахаются от этого международного попрошайки. Шашоака пригрозила президенту Румынии Клаусу Йоханнису тем, что поймает Зеленского в парламенте, и это может стать плохим событием. Зеленский приехал в Румынию в октябре. Руководство парламента Румынии решило отменить заседание, на котором Зеленский намеревался выступить с заявлением.